Под их песни выросло не одно поколение, их состав менялся несколько раз, но неизменным остался их стиль. Группа «Домино» выступила в Шымкенте. До начала выступления артистов гости в ожидании ждут яркого шоу. Ассаламу алейкум, Шымкент! Как настроение у вас? Супер, да? Суббота? Мы буквально недавно прилетели. Очень тепло. Супер вообще. Корабля, да, Шолпан? С корабля на бал, так можно сказать. Тебе нравится Шымкент? Конечно. Что за вопросы? Поддержите Шолпан! Ну, первая песня называется «Капелька яда», друзья. Давайте вместе, раз-раз, давайте вместе ее споем. Поехали. Сильно не отличаются друг от друга, они большинство о любви. Поэтому песня о любви, какая бы она... Песня о любви, как кто бы ни исполнял, какого бы она, можно сказать, стиля ни была, я думаю, что музыка даст себя любить. Музыка даст себя влюбить, и, если это музыка о любви. И поэтому я не исключение, я слушаю песни о любви, как и все, что сейчас исполняют, можно сказать, каждый артист. Ребят очень люблю, очень уважаю, так как они старше меня, так как они мужчины, так как они опора для меня. С одной стороны один, с другой стороны другой, поэтому нет, совершенно не тяжело. Но бывает иногда там, ну как так я когда девушка, бывает, если начинаю спорить, они мне всегда уступают, говорят, ах, пусть поговорит, а потом сама перестанет. И вот так и бывает, как обычно, они говорят, ах, с ней спорить это вообще. То есть, как бы настоящий мужчина так и скажет, с девушкой спорить ты там, ты ее не победишь. Также они говорят мне, и они всегда за меня, всегда я за них. Если мы друг друга не понимаем, бывает и обиды, бывает и злишься друг на друга. Но все это забывается, в скором времени прощается, и как ни в чем не бывало, мы продолжаем работать дальше. Поэтому с ребятами мне очень легко, мы друг друга понимаем, поддерживаем. Вот. Дать совет начинающему артисту быть, во-первых, самим собой, делать музыку, как у нас, не как у нас принято, какие-то песни брать, там, что-то, какой-то стиль у кого-то брать,
быть похожим на кого-то, а быть самим собой. И тогда пан или пропан. Либо ты реально станешь звездой, либо... А еще можно добавлю? Народ делает того или иного человека звездой, артистом, поэтому самое главное, я считаю, что признание и любовь народа, она очень важна. Вот, поэтому... А что для этого сделать? Что для этого сделать? Нужно полюбиться, быть любимчиком народа, оставаться самим собой, да. Оставаться самим собой, я думаю, что у каждого все получится, кто будет следовать этим правилам. Тобой очарован, по тебе схожу с ума, и твоей любовью склоняемся, лишь ты одна нужна, это прекрасно. Я люблю тебя, не лезь сюда напрасно. Хотел быстро зачитать? Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо вам.